Cartoons for Kids. Изучаем транспорт и спецтехнику. Как ты думаешь, какой транспорт может перевозить людей под землей? Ну, конечно, это поезд метро. Как ты думаешь, какая машина может уплотнить асфальт? Ну, конечно, это каток. Покажи, какой транспорт ездит по рельсам в городе и питает энергию через пантограф? Правильно, это трамвай. Ты знаешь, какая машина может разровнять грунт? Отлично, это грейдер. Угадай. Какая машина используется полицией? Здорово! Ты прав, это полицейская машина. Изучаем цвета и поезда. Как ты думаешь, где красный паровоз? Да, это красный паровоз. А какой поезд здесь голубого цвета? Умничка! Это голубой поезд. Ты знаешь, где серый поезд? Отлично! Это серый скоростной поезд. Угадай, где зеленый паровоз? Да, точно, это зеленый паровоз.
Учим марки машин. Toyota. Subaru. Renault. Nissan. Mitsubishi. McLaren. Понравилось видео? Подпишись, поставь лайк.